dvhub.ru. Семья Савельевых состоит в законном браке 33 года. Сергей Владимирович строитель, Ирина Вячеславовна педагог. Супруги пользуются уважением в коллективах и имеют правительственные награды. Дети супругов Савельевых выросли достойными гражданами страны. Татьяна Ивановна – рационализатор, заслуженный ветеран объединения, отличник качества завода. Евгений Георгиевич – инженер радионавигационного оборудования, имеет звание «заслуженный работник объединения».